В день Успения Пресвятой Богородицы престольные торжества прошли во многих городах и селах, ведь в честь одного из главных праздников церковного года освящено множество храмов в разных уголках земли. Успенская церковь есть также в поселке Зайково Ирбитского района. Оттуда наш следующий сюжет. Каменная трехпрестольная Успенская церковь была освящена в Зайково 209 лет назад. Но в 30-е годы 20 века большевики сравняли ее с землей. Образованная в начале 21-го столетия Успенская община разместилась в здании детского сада, переоборудовав его под молитвенный дом. А в 2018-м началось строительство нового каменного храма. В нем и состоялось праздничное богослужение. На литургию по традиции собрались не только прихожане Успенского храма, но и других городов Ирбитского района. По окончании богослужения настоятель пожелал всем преуспеть в добродетели, чтобы приготовиться к встрече с Богом. А пример для нас – Пресвятая Богородица. Успение Пресвятой Богородицы – это даже праздник для нас, для всех, потому что мы точно так должны все преуспеть в своей жизни и достигнуть Царствия Божия, а не гиены огненные. И также, чтобы Господь, как принял душу Пресвятой Богородицы в свои руки, явившись воочию, так и Господь нас наш, тоже должен принять наши души в Царство Своей Небесное. Это для нас главная задача. Так что поздравляю с праздником, дорогие братья и сестры, и дай Бог, чтобы мы от этого больше не отходили, или, по крайней мере, если хоть и падали, но вставали и дальше шли с исправлением всей нашей жизни.